Сегодня у нас 26 декабря, зима, и мы поехали в Испанию. Она у нас тут недалеко, мы поехали в Испанию, чтобы купить там дешевых сигарет, дешевой еды какой-нибудь. Ну, тут все, кто живет рядом с Испанией, все, в принципе, едут туда, потому что в Испании дешевле гораздо. Ну и я решил все-таки, здесь остановились на такой стояночке. Мне кажется, что здесь очень красиво, и я решил снять. Хотя, как всегда, на камеру весь этот кайф не передается. Вот просто солнышко, просто, не знаю, просто солнышко, просто лесок, речечка, там, не знаю, как-то все так уютненько. Я уже давно никуда не ездил, работа там, все дела. Он мужик на прикольных таких роликах с палками. Как будто на лыжах, а на самом деле на роликах. И, короче говоря, просто так. Просто вот хочу вам снять кусочек и показать. Не знаю, получится ли передать этот кайф. Причем не какой-то там кайф особенный, да, чего-то такого невероятного, а просто вот обычный, не знаю, кусочек земли с обычным солнышком. Температура, честно говоря, не знаю какая, но днем, когда солнце светит, то хорошо. Не сказать, что жарко, хотя многие вон в футболках, в трусах могут ходить. И это декабрь на юге Франции. Здесь речушка течет. Видите, вот здесь лавочки какие-нибудь стоят, так что можно было присесть и прямо вот спокойно посидеть, на эту речушку повтыкать. Деревянные. Ничего, кстати, не разбито. Этим деревяшкам, мне кажется, уже лет так прилично. При этом они на месте. Домики эти я не знаю для чего. Там вот что-то написано далеко. Ну, какие-то здесь, может быть, не знаю, туристические какие-нибудь остановочки. Что-то такое непонятно. В принципе, это место довольно туристическое. То есть там Испания вот за этими горами, уже буквально там через, не знаю, несколько сотен метров уже Испания начинается. Это конец, граница Франции. И здесь, не знаю, велосипедисты, лыжники, там кто, потому что гораздо. И забавные, кстати, на этих домиках забавные крыши тоже, они деревянные, сейчас подойду поближе. Вам, наверное, не видно, но тоже такие дощечки, такие маленькие, тоненькие дощечки, им тоже уже лет прилично. Но смотрится, мне, не знаю, немножко Западную Украину напоминает, там тоже такие. А там, кстати, за этим домом есть даже соломенная крыша. По крайней мере, кажется, что она соломенная. Да, вон, видите, желтая. Но она, я думаю, она не соломенная, она просто такой закос. То есть, по сути, это такая же крыша, но покрыта чем-то таким, каким-то мхом или черт, я не пойму отсюда, честно говоря. Рафтинг. А, давайте я вам покажу. Вот этот домик, вот, это туалет. Обычный придорожный туалет. Там, кстати, классный переход такой, чтобы через дорогу не переходить. Вы видите, там есть небольшой туннельчик. Таким образом можно на ту сторону перейти. Вот оно написано, 20 метров. Туннель «Пассаж Пьетон». Пешеходный переходик. Ну, пойдем в тубзик зайдем. Кстати, тут вот карта еще есть. Как раз можно посмотреть, где мы находимся. Наверное. Это... Что-то мне сложно сориентироваться. Тулуз. А мы где-то... Ага, вот. Вот написано, мы сейчас здесь находимся. Пиренеи центральные. Карта, шмарта. Ладно, пойдем зайдем в туб залет.
Вот он я. Ну, немножко, да, пошарпано, но, по крайней мере, зеркало на месте, оно не разбито. И что еще, наверное, более важно для многих, ну, точнее, более удивительно для многих, что это бесплатная штука. То есть, никто с вас тут не стоит на входе и просит денежки. Ну вот и все, едем дальше. Может, я еще что-нибудь сниму и сюда вмонтирую в этот ролик. Так что еще, наверное, увидимся. Достояние, из-за чего еще многие французы едут в Испанию, вот эти всякие испанские сосисоны и вот эти жамбоны, конечно, вот это очень славится. Видите, прямо такие ноги, куски мяса выбора, вяленые или как там они правильно. Вон цены, кстати, если кому интересно, за полтинник можно такую ляжку отхватить, потом ее рубать. Есть много любителей такого дела. Вот, в общем-то, и все. Конец ролика наступил, подкрался незаметно. Я уже дома, мы уже вернулись, мы никуда особо не ходили, поэтому я ничего больше особо не снимал. Снимать было нечего. Мы просто зашли в магазин, купили это, купили там немножко еды, и все, в принципе, вернулись назад. То есть вот они. Например, испанские сигареты, кому интересно. Fumar Mata. На французских, кстати, написано... Похоже, но фюметюэ. Курение убивает. На испанском то же самое. Вот такие. Такой блок сигарет стоит 48 евро. То бишь пачка стоит 4,80. Во Франции такая пачка сигарет стоит 7 евро. Соответственно, блок из 10 пачек будет стоить 70 евро. То есть, ну вот, сами понимаете, насколько разница. И это в Испании, это близко к границе. Например, если поехать в Андору, она здесь тоже недалеко, но чуть подальше, то там уже на порядок дешевле. Там 2,5 евро стоит такая пачка. То есть, да, для тех, кто не в курсе, наверное, это шокирующая информация. Очень дорого стоящие сигареты и все такое. Но да, так вот есть. Курить здесь не очень-то выгодная вещь. Вот, в общем-то, и все. Малюсенький ролик. Всем добра и счастья. Всем пока. До новых видосов. Увидимся.